«Чистая Самара – моя Самара» – лозунг молодежного парламента при Самарской городской думе студенты и школьники восприняли на ура. Закатав рукава, вышли на уборку родного советского района. Присоединились к ним и молодые люди из армянской диаспоры. Наш долг – это сохранить и передать через поколение все самые лучшие традиции для воспитания. Соответственно, уборка и сохранение чистоты – это одна из основных вещей, которая помогает, в общем-то, и целом сохранять облик города как настоящий части цивилизованного мира. Почти сотни студентов и школьников вышли на газон вблизи остановки общественного транспорта. Здесь, в советском районе, расположены их учебные заведения. И, конечно, чистоту они создают в первую очередь для себя. Я считаю, что молодежь нужно привлекать. А мы, как молодежный парламент, должны показывать своим примером, как бы, остальной молодежи, что мы выходим, убираемся и, как бы, показываем этим пример. Весь апрель в Самаре проходят субботники, и город на глазах становится чище и красивее. Вот и сквер на пересечении 22-го партсъезда и Карла Маркса по-весеннему преобразился. Марьяна Мирная, Григорий Плешаков. События.